Фермеры просят правительство защитить посевы от продолжающегося не первый год нашествия сайгаков. Земледельцам приходится круглосуточно дежурить на территории, отгоняя степную антилопу от своих полей. Сейчас говорят, это исчезающий вид. Сейчас у нас не исчезающий вид, она избыточный вид стал сейчас у нас в нашем районе. Сейчас в этом году численность, они по счету дали 1 030 000, что ли, где-то численности. Сейчас больше него. Больше. Мы думаем, где-то около 3–3,5 миллионов. Его просто так ограничить количество невозможно теперь уже. Любым способом. Это государственная программа, какая-то этот системный подход надо к этому. Специальная комиссия насчитала уже более 1 000 000 гектаров вытоптанных пастбищ и несколько тысяч гектаров посевов. Ущерб составил почти 8 миллиардов тенге. В этом году численность степной антилопы достигла 2 000 000 особей. Вопрос промыслового отстрела животного с целью ограничения его численности поднимался в правительстве неоднократно. Последний раз Министерство экологии решили отстрелять 80 тысяч особей. Позднее президент объявил выговор министру за такое решение, и до дела так и не дошло.